Александровский бал в Торонто. И начнем мы свой недолгий рассказ об этом заметном событии минувшего октября с исторической справки. Первый бал на Руси был дан на свадьбе Лжедмитрия и Марины Мнишек. Возрожден спустя век Петром I на его знаменитых ассамблеях. Отгремел в последний раз в 1903 году в Зимнем дворце. А Екатерина Великая говорила: «Народ, который поет и пляшет, зла не думает». Прикоснуться с историей России и пировать в русском духе – эта светлая мысль зародилась и осуществилась в совместном проекте Русского конгресса Канады и Ассоциации славянской культуры «Светоч» при поддержке Государственного музея-заповедника «Царское село» под Санкт-Петербургом. В 2004 году родился проект по возвращению исторических ценностей обратно на родину, в Россию. Ключ привлекательности Александровского бала лежит в его во многом уникальной концепции. Это не просто светский раут, хорошей компании, хорошую музыку. Это в первую очередь благородная миссия сохранения российского национального, культурного и исторического наследия и возвращения его на родину. Причем результаты такой деятельности в данном случае вполне осязаемы и очевидны. И каждый участник вечера в полном праве может ощущать свою непосредственную сопричастность, а не просто быть сторонним наблюдателем. Вот и сегодня во всемирно известный Государственный музей-заповедник «Царское село» передаются очередные предметы для пополнения его коллекции, немало пострадавшей в исторической мясорубке 20 века. И этот жест возможен в том числе благодаря тому, что все вы пришли на сегодняшнее мероприятие. Поэтому хочу пожелать Александровскому балу успеха и признания в Торонто. Не меньшего, а то и большего, чем ему удалось снискать в Монреале. По линии Генерального консульства России рассчитываю на неизменное взаимодействие и взаимопонимание. А всех присутствующих призываю за высокими порывами не забывать и об еще одной стороне любого бала – хорошем времяпровождении. Поэтому, как говорится, да зазвенят бокалы, да грянет музыка. Всем приятного вечера. Александровский бал проводится впервые, но в Канаде уже в 11-й раз, поскольку бытие начинал в Монреале. Посвящен он всегда какой-нибудь исторической эпохе России, в этом году – Боярской Руси. Ресторан Норд-Йорке «Элит Гранде» заполнился боярами и боярынями. Пир затеяли с размахом, разговоры велись без принуждения, столы ломились. Бояр с боярынями обносили кушаньями, чтобы кушали до отвала. Поварское искусство изумляло изобилием блюд, напоминая старорусскую книгу «Домострой». Центральной темой бала стала передача нескольких реликвий, связанных с коронацией Николая II, лично в руки главному хранителю Государственного музея-заповедника «Царское село» Татьяне Серпинской.
Ну, я хочу сказать, очень впечатляет, с размахом, организовано все, со вкусом. Видно, что люди умеют этим заниматься, умеют хорошо организовать, устроить общий праздник. И с любовью все сделано. Спасибо вам большое. Воссоздание костюмов и головных уборов стародавних времен – заслуга художницы Натальи Осиповой и дизайнера по костюмам Марии Александровны Виноградовой. Я очень рада и надеюсь, что это не первый и последний, что это будет дальше развиваться, и мы всегда будем поддерживать, помогать. И спасибо всем огромное, низкий поклон. Меня приглашали на русские балы здесь, и я участвовала в других балах. Что я должна отметить в этот раз? Изысканная публика, изысканная кухня и такой камерный флёр. На выставке их творчества, украсившей Литгранд-холл, в боярские костюмы дозволялось обряжаться, фотографироваться в них, гуляя по боярским хоромам с чарочкой водки или бокалом шампанского. Гостей окружало внимание радушных хозяев. Словом, Торонтская земля дзибу давалась, культурная же историческая связь Канады с Россией укреплялась.